Рядовым штрихом в биографии, отмечаю без лишних слов, долетел до конца географии за каких-нибудь 20 часов. Фантастический берег Чукотки, вечно бьющий в него океан. Здесь когда-то казачьи лодки пробирались сквозь льды и туман. Люди смелые и умелые, как на самый обычный труд, уходили в пустыню белую, где мороз месяцами лют. Над могилами шапки снимали, были скупы они на слова, именами друзей называли вновь открытые острова. Карта памятью им остается, вечно список имен храня первых русских землепроходцев, подаривших нам эти края. Эти стихи были написаны ленинградским географом Валентином Русановым на борту самолета ледовой разведки, где находилась и наша экспедиция. Здравствуйте, дорогие товарищи. Итак, мы на Чукотке. Есть у этой земли и своя литературная география. Она в произведениях многих русских и советских писателей. Но более всего в творчестве замечательного чукотского писателя Юрия Сергеевича Рытхева. Сегодня мы его гости и спутники путешествий, начавшимся вот здесь, в бухте Провидения. Мой чукотский дом здесь, в бухте Провидения. Я приехал сюда в 1946 году. Вот высадился на этом берегу, и надо было устраиваться на работу. Надо было получать паспорт. Паспорт, в общем-то, оказалось получить несложно, но без имени и отчества мне его не выдавали. Мне просто звали Рытхеву, что значит «неизвестный». Я поехал на полярную станцию, на другой берег бухты. Вот отсюда, из окна моего кабинета ее видно. И попросил у начальника полярной станции его имя и отчество. Он мне сказал, я даже тебе могу и фамилию дать, если надо. Мне сказал, что фамилия, наверное, Рытхев подойдет. А вот имя и отчество мне очень нужно. Вот так я стал здесь летом 1946 года. Юрием Сергеевичем Рытхевым. Вот отсюда начинаются все мои дороги и по Чукотке. Вот соседний Чукотский район, мой родной Уэлен, Ванадырь, Певек, промышленные районы, в оленеводческие бригады. Здесь хорошо работается. Здесь иногда думаешь о том, что такое писатель. Потому что тогда, в 46-м году, мне главное надо было устроиться грузчиком, чтобы заработать денег дальше на дорогу в университет. Думаешь о том, что писатель – это не только вот путешественник по пространству Земли, а путешественник, наверное, вот и у глубины сердец людей. Это человек, который несет то, что он получил еще в детстве – от родных, от родителей, от предков своих, от друзей. То богатство, которое уже надо правильно и с умом распределить. Потому что человек ведь богат,
и интересен и сам по себе, и тем, что он получил от других людей. Вы слышите музыку из фильма «Самые красивые корабли». Этот фильм снимался здесь, в бухте Провидения. И снят он по сценарию Юрия Сергеевича Радхео. Кстати, он сам играл в этом фильме одну роль. Эта бухта замечательна, она не просто живописна. У нее есть и своя история, которую я сейчас попытаюсь вам рассказать. Бухта Провидения расположена в северо-западной части Берингова моря. Собственно, бухта Провидения – это большой фьорд, который врезается в берег на расстоянии 30 километров. И этот фьорд имеет множество ответвлений, маленьких бухточек. Принято считать, предполагают, по крайней мере, что здесь, в этих местах, еще в 1660 году бывал казацкий сотник, сотник Анадырского острога, Курбат Иванов. Ну, а название эта бухта получила в 1848 году или несколько позже, в те времена, когда здесь оказался английский мореплаватель Томас Мур. Он шел вдоль этих берегов на корабле, команда была измотана штормами, болезнями, и вдруг неожиданно и совершенно случайно они попали в эту бухту, здесь зазимовали и таким образом остались в живых. И вот тогда Томас Мур назвал эту бухту бухтой Провидения. Во время нашего путешествия мы встретили яхту «Чукотка», на борту которой находились курсанты Дальневосточного высшего инженерного училища. Им удалось обнаружить и зарисовать, и нанести на карты памятники, поставленные многим неизвестным до сих пор отважным мореходам. Среди них, например, памятник матросу с клипера «Всадник», погибшего в этих водах, доску с именами членов экипажа «Витуса Беринга». Конечно, для того, чтобы плавать в этих местах, нужно быть действительно мастером и знать, как водить корабли. То есть люди были хорошими мореходами. Но я думаю, что, наверное, вот капитан порта Провидения Владимир Афанасьевич Беломеснов нам об этом сможет рассказать более профессионально. Прошу вас. Ну, в общем-то, в целом, когда впервые сюда попал в эти воды Джеймс Кук, он был поражен тем, с каким умением мореходы уплавляли со своими небольшими утлыми суденышками. И когда он их приглашал в качестве людей, сведущих, знающих эти места, он был поражен тем, насколько они хорошо понимали управление судном вообще, причем таким большим парусным судном, которым командовал Джеймс Кук. Поэтому, когда в 1875 году сюда подошел русский клипер «Гайдамак», это первое русское судно военное, прибывшие наши воды, то навстречу ему вышла шлюпка или байдара, местная байдара. И человек, находившийся на байдаре, предложил капитану нашего корабля свои услуги в качестве лоцмана, то есть специалиста по управлению судном, знающего хорошо свое место. Поднявшись на борт, этот человек из местного населения, эскимос, очень умело управлял судном, ввел его в гавань и умело поставил на якорь. Офицеры корабля были поражены этим умением справляться с таким крупным парусным кораблем. Но объяснение в этом лежит очень простое. Люди всю жизнь были связаны с морем, были знакомы с парусом, а принципиальные вопросы управления парусом одинаковы, что для большого корабля и что малого. И вдобавок ко всему, видимо, сказывался талант. Позднее этот эскимос по имени, как записали в журнале, Иван Канилос в русской транскрипции, стал официальным лицензированным государственным морским лоцманом.
Ему выдана была лицензия на право проводки судов в этих водах от имени российского правительства. И он еще много раз водил корабли не только в бухту проведения, но и вдоль побережья до мыса Шмидта. И получал официально за это заработную плату. Таким образом, лоцманская служба в порту проведения на сегодня существует уже более 100 лет. Эти места коренные, места эскимосов, охотников на крупных морских зверей. Вот на том берегу бухты, там располагалось эскимосское селение Урилок. Ну, по современной транскрипции Урелик. Дальше там располагались селения Аван, Хива. И вот все эти поселки славились на всем побережье тем, что здесь били огромных морских животных китов. И вся эта культура, причем она культура, уходящая очень глубокой древность, она основывалась на промысле кита, на промысле крупных морских зверей, моржей, крупных тюленей. И вся материальная культура, язык, обычаи, все это было связано с этим. И отсюда же морские охотники на китов и на моржей, они распространялись дальше и на северо-восток, и на острова вот этого вот региона, в том числе на остров Святого Лаврентия. Вот население, которое здесь жило и сейчас живет в селении Новочаплино, это те же самые люди по происхождению, по языку и по культуре, которые живут, скажем, на острове Святого Лаврентия. Это очень смелые люди, прекрасные мореходы. Они вот на маленьких байдарах, они проходили огромные расстояния. Охота на кита – это очень смелое и трудное занятие. Вот так вот охотятся жители острова Святого Лаврентия, жители острова Малый Диамид, жители Аляски. Для них это единственный способ существования. Дело в том, что крупный гренландский кит – он уже выбит в этих районах. Но у американских эскимосов просто нет другого способа существования. И ежегодно Международная комиссия охраны китов выделяет им небольшую квоту, вот за счет которой и живут эти эскимосы Аляски. Кит для жителей района Берингового пролива – это целое мировоззрение, это целый образ жизни. Это философия и это фольклор. По поверьям народов, живущих в этом регионе, вообще приморский житель произошел от кита. Он сын кита, человек этих мест, это дитя кита. И в этих легендах рассказывается, что кит приплыл к берегу, женился на женщине одинокой, которая там жила. И вот от него сначала родились китята, а уже следующее поколение было людьми, от которых и произошли морские охотники. Я написал несколько книг, в которых вот использовал эту легенду. В частности, вот книги «Когда уходят киты». И довольно подробно о культе, что ли, если можно так сказать, кита, я рассказал довольно сложные вещи, которые, как и называется, путешествие по Берингову проливу. Это книга о размышлениях о судьбах арктических народов, людей, живущих по обе стороны Берингового пролива. Здесь он рядом,
И мне довелось побывать и на том берегу, где живут аляскинские эскимосы. Эти поездки я совершил по командировке ЮНЕСКО в рамках так называемого арктического проекта. Проекта, который занимается изучением вопроса о сохранении самобытности арктических культур вот в эпоху очень современного, очень интенсивного промышленного освоения Севера. А арктические культуры по нашей планете очень широко распространены. Они распространяются по всей окружности земного шара, по всей циркумполярной территории. Но что интересно, что, вот эта основа жизни северных народов, она очень сильно повлияла на искусство. И я бы сказал, что даже и на литературу. Вот, скажем, такие вещи, как резьба по моржовой кости. Вот моржовая кость вот в таком виде, она как бы чистая страница. Чистая страница книги, на которой потом наносится рисунок. Или это легенда, или даже вот современная вещь. Вот был у нас на Чукотке такой художник Вуквол. Он умер, точнее он погиб во время Великой Отечественной войны, защищая Ленинград, совсем молодым. Он происходил из семьи потомственных резчиков по моржовой кости в моем родном Уэлене. И мы сейчас летим в Уэлен. Уэлен самый северо-восточный поселок на территории нашей страны. Юрий Сергеевич родился здесь. Да. Это ваши родные места. Я, откровенно говоря, как следует представил себе Уэлен только после того, как вот прочел вашу трилогию «Время таяния снегов». Да. Я думаю, что вам нужно рассказать об Уэлене. Моя родина. Здесь я родился, здесь рос. Вот лагуна – это место наших игр. Тут как-то все расположено к тому, чтобы здесь росли настоящие люди. Вот с лагуны мы как-то выходили уже на морской простор, вот на ту сторону косы. Все здесь связано с детством, я бы даже сказал, и с юностью. Вот эти сопки, вот этот берег и люди, которые здесь живут, это все родина. Я, вы знаете, я, конечно, волнуюсь, вы знаете, ступить на свою землю, где родился. Ведь родина – это земля, которая всегда с тобой. И когда идешь этим берегом, видишь эти льды, слушаешь эту волну, видишь эту байдару, вельботы, собак, это все как-то само собой откладывается в твоей памяти. Ты ведь не думаешь, что это материал для книги, для песни, для рисунка. Ты об этом не думаешь. Это потом уже происходит. Это уже совершается как бы помимо тебя. Но вот сила, сила созидания, сила творчества, она, видимо, вот в этой земле в самой, в том прикосновении, которое всегда тебя волнует, будь ты художник, писатель или чукотский косторез. Искусство народов Чукотки, оно очень, как бы сказать, очень по-своему свежо отражает окружающий мир. И вот в собственном взгляде на окружающую действительность мы видим прежде всего природный оптимизм.
Я думаю, что вот без оптимизма, без чувства, я бы сказал, юмора, здесь довольно трудно жить. Я хорошо знаком с канадским писателем Фарли Моуэтом. Его книги об эскимосах Канады издавались у нас в нашей стране. Это очень печальные и грустные книги. Они рисуют жизнь людей, которые поставлены буквально на грань жизни. Но это другая судьба. Судьба, совершенно не похожая на жизнь эскимосов и чукчей нашей страны. Кстати, об этом писал в своих письмах у эленской художницы Елены Янку, известный американский художник, певец Севера, Арктики, Роквелл Кен. Вот его картины, это, я бы сказал, даже не столько художественное открытие, потому что я не искусствовед, а открытие того, что он нашел правильное соотношение между человеком Севера и этой огромной природой. И при всей огромности природы человек среди этих айсбергов, бесконечных льдов, огромного неба, он не теряется. Он все равно в центре внимания, в центре картины. И если внимательно приглядеться к картинам Роквелла Кента, можно найти отдаленное сходство вот с этими рисунками на моржовых бивнях, с теми художественными поисками, которые сегодня ведут своей мастерской на самом краю советской земли у эленские мастера Косторезной мастерской имени Буквола. Чукотская графика на клыке – чудо вашей земли. Она помогает познать душу народа. Так писал Роквелл Кент у эленской художницы Елене Янку. В Анадырском музее хранятся только что виденные вами фотографии и графические работы Роквелла Кента. Анадырь – столица Чукотки, центр Чукотского национального округа Магаданской области. Чтобы попасть в этот город, надо пересечь Анадырский лиман, устье реки Анадырь. По сравнению с другими чукотскими населенными пунктами, Анадырь старейший, ему 93 года. А статус города и столицы присвоен Анадырю в 1965 году. Этот город, который связан своей судьбой с нашим поколением. Он вместе с нами рос, он вместе с нами мужал. И сегодня вы его увидите таким, каким он является сегодня. Город Анадырь, он присутствует во многих моих книгах, начиная там с ранних моих автобиографических повестей и кончая историко-революционными моим романом, который называется «Конец вечной мерзлоты». И все эти произведения, они как бы вот восполняют и создают, во всяком случае, в моем творчестве тот облик Анадыря, который сложился для меня, и который вот вы видите. Собственно, Анадырь, в том виде, в котором сейчас он стоит
на чукотской земле с его многоэтажными домами, он построен на более высоком берегу Анадырского лимана. А вот старый Анадырь, который назывался Новомариинский пост, он был вот на этом низменном берегу. Эти кадры сняты замечательным финским этнографом, историком и писателем Саккарой Палси. В 1917 году он совершил большое путешествие на Дальний Восток и на Чукотку, как он писал в своих дневниках, в поисках остатков каменного века. Каменный век в том виде, в котором он собирался найти, Саккарой Палси здесь не обнаружил. Вот вы видите, здесь даже моторные лодки в это время уже были. Но те кадры, которые он снял здесь, они воистину уникальны, потому что они воскрешают ту Чукотку, которая уже целиком и полностью осталась историей. Мариинский пост, он как бы принял эстафету с Анадырского острога, основанного и построенного еще с подвижниками и со спутниками Семена Дежнева. И вот этот Анадырский острог, уже названный Мариинским постом, он в основном был заселен и заселялся русскими. А вот в окрестностях жили чукчи, которые вот здесь вот вы видите, как они жили, как они охотились. Вот показывает один из охотников, как достают убитую нерпу с моря. Показывает Саккарой Палси и жизнь, повседневную жизнь, как люди и охотились, как они ловили птиц вот с помощью этих приспособлений. Но интересно, что эти люди не понимали тогда, для чего это вот он, этот человек крутит эту машинку, они смеялись, может быть, даже над ним. Но вот посмотрите, здесь строят ярангу, таких кадров вы уже нигде не увидите, потому что этой яранги, той, какая вот сейчас, вот видите, она строится, ее давным-давно уже нет на Чукотке. Это вот жилище, стены из которых вот были сделаны из дерна, крыша из моржовой кости. Вот женщины растягивают на просушку моржовые кишки, из которых шились плащи. Кстати сказать, вот в детстве я ходил в таком плаще. Это очень хороший плащ, он был прочный, непромокаемый. И это тяжелая работа для женщины. Во-первых, вот сшивать эти полосы моржовых кишок, из которых вот нужно для взрослого человека шить целую одежду. Вообще женская доля на Чукотке была довольно трудная, потому что женщина держался весь дом. Она должна была шить одежду, приготовить пищу, воспитывать маленьких детей, ухаживать за собаками, этими главным транспортным средством в те времена. Ну, а в те времена и вот мои земляки уже занимались художественным творчеством. Они старались отобразить в своих произведениях жизнь, которую они видели, те легенды, которые они слышали от своих предков. И все это в очень такой реалистической очень манере, той манере, которая понятна каждому, кто любит искусство. Она понятна и взрослому, и ребенку. И вот смотрите, с какой точностью, с какой экспрессией здесь изображается один из главных зверей Чукотки, это морж. И охота на моржа, вот добыча пищи, она требовала от человека напряжения всех своих сил. Поэтому физическое развитие человека, его состояние здоровья, это было одним из главных забот. И спортивные всякие упражнения, игры, они
испокон веков на Чукотке почитались главными воспитания человека сильного, здорового. А для золотоискателя это человека, который приехал на Чукотку с другого берега, с Аляски, здоровье тоже, в общем-то, надо было иметь железное, потому что такая вот чтобы кайлом прорубиться до золотоносного песка, для этого нужно было иметь большую силу. Но поиски золота в дореволюционное время на Чукотке, в общем-то, большим открытием не привели. Чукотское золото было открыто и началось добываться только в советское время. И те золотоискатели, которые пришли сюда с Аляски вот, до 17-го года, в 17-м году, они большой удачи здесь не имели. А сейчас бы мне хотелось еще сказать несколько слов об Анадыре, о старом Анадыре, где в 1912 году здесь была построена радиостанция. И вот в 1917 году эта радиостанция разнесла весть о Великой Октябрьской социалистической революции. И уже позже, в 1919 году, эта же радиостанция разнесла весть о первом ревкоме Чукотки. Я еще помню эти мачты 75-метровые, на которые я еще студентом предучилища поднимался. Это оттуда высоко был виден и старый Анадырь, и новый Анадырь. Мы находимся на самом высоком берегу Анадырского лимана, там, где стоит памятник первому ревкому Чукотки. Всего 47 дней просуществовал первый ревком. 47 дней здесь, на берегу реки Анадырь, развивался красный флаг пролетарской революции. Но даже после кровавой расправы над первым ревкомом, тот огонь, который зажгли Михаил Мандриков и его товарищи, он с такой быстротой разошелся по всей Чукотке, что уже его нельзя было остановить. И здесь справедливо на Чукотке считает началом советской власти 1919 год, поздняя осень, декабрь месяц. Эти события описаны мной в книге «Конец вечной мерзлоты». И вообще понятие вечной мерзлоты – это многозначное понятие. И прежде всего, это фундамент, на который стоит новый город Анадырь. Это очень коварная земля, и прежде чем поставить вот эти большие дома, нужно вбить сотни свай в землю. А ведь вырастить вообще дерево, и даже вот куст на этой вечной мерзлоте, это настоящий подвиг. И все равно Анадырь озеленяется, вот сажаются вот такие вот кусты тундровые, привозится тундровый дерн, и он уже покрывает большие площади земли. Но самое главное, конечно, большая радость – это прекрасные благоустроенные дома, потому что дома, в которых тепло в самую холодную зиму, это то, что нужно здесь человеку. И вот эти вот новая серия «Арктика», которая сейчас строится. Это большие благоустроенные дома со всеми удобствами, горячей, с холодной водой, там электрические плиты. И, конечно, это не та яранга, которую вот мы видели на съемках Сакари Палси. Ну и одной из главных достопримечательностей города Анадыря, его украшением, является сам Анадырский лиман.
Очень часто, когда мы говорим о севере и о Чукотке, мы употребляем слово «романтика». Наверное, это справедливо и правильно, но, пожалуй, не стоит забывать прежде всего о том, что это труд. Труд очень сложный, тяжелый. Вот когда мы были на Чукотке, в один из самых таких горячих дней, когда шла кита, мы побывали в совхозе имени 22-го съезда партии в бригаде Евгения Петровича Урюгина и наблюдали за работой рыбаков. Конечно, даже такая тяжелая работа может показаться приключением, но только после этой работы. А в общем, это серьезный, суровый, тяжелый труд. Чукотку омывает два моря. Чукотское море и Берингово море. И два океана. Северный Ледовитый океан и Тихий океан. Поэтому здесь одни из основных дорог – это морские дороги, которые идут вот вдоль этих живописных и суровых берегов. Здесь плавают и большие суда, здесь проходят и ледоколы, и гидрографические суда, вот на котором как раз вот мы плывем и проливом Синявина. Мы плывем на остров Аракамчечен. Это один из примечательнейших островов вот здесь вот в проливе Синявина. Когда-то до революции всем этим островом владел знаменитый шаман Акр. Он владел оленем стадом, который паслось на острове, и ему же принадлежало моржовое лежбище. Теперь этим стадом и моржовым лежбищем владеет совхоз «Ударник». И вот село, которое находится напротив острова, называется Янракнот, что значит «отдельно стоящая твердая земля». И мы вот сейчас направляемся к острову, Аракамчечен. Само название острова Аракамчечен – это имеется эскимосские корни, причем сейчас уже трудно их расшифровать, потому что смешение вот языков чукотский, эскимосский, многие географические названия, их значение уже затемнено, и нужно большие лингвистические усилия, чтобы их расшифровать. Вот мы сейчас находимся на острове Аракамчечен, в проливе Синявина. Место прекрасное здесь, особенно вот летом, когда оленеводы располагаются на так называемую литовку. Вот это стойбище, яранги, это такое походное жилище оленеводов, проверенное веками, испытанное во всех условиях сурового севера. И вот, Юрий Александрович, вот посмотрите кругом. Прекрасная природа, тишина, свежий воздух. Ребятишки тут растут, между прочим, здоровыми и сильными, как настоящие оленеводы. И вот, Юрий Александрович, здесь проходит литовка оленеводов. Это летнее время, но более-менее спокойное. Кавильнан, я тигр, там... Я не знаю, что это такое.
Ваня Андрей, Мы разговаривали о погоде, и здесь, в общем, говорит, погода, вопреки прогнозам, там, то есть этих синоптиков, там, ученых, Арктика теплее не становится, Юрий Александрович. Ну, вы, наверное, иногда видите клубки на путешествии. Вот Юрий Александрович Сенкевич, ведущий этой очень хорошей и очень интересной передачи. И вот теперь и стойбище ваше попадет в это путешествие, пропутешествует по всей нашей стране. Юрий Александрович. Ну что же, все это очень интересно. Будет еще интереснее, если хозяева покажут нам, вот как они живут. Поподробнее немножечко познакомиться интересно будет и нам, и нашим телезрителям с бытом оленевода. Быт оленевода – это трудная работа. Ну, сейчас вот лето, сейчас потише здесь, поспокойнее. Вы, наверное, замечаете, что здесь в основном женщины и дети. Мужчины сейчас в оленем стаде, а стадо уже вот в нескольких километрах от самого стойбища. Конечно, сегодняшнее оленеводческое стойбище – это, несмотря на то, что здесь вот яранга и тундра, здесь живут наши современники. Да и яранга вот уже сделана из современных материалов, и вместо такой упряжечной старой нарты обыкновенная детская коляска на колесах. А вот здесь уже идет обработка шкуры для оленей, для зимней одежды оленевода. Причем шкура так обрабатывается, что она как шелковая становится. Потому что в тундре ведь зимой, чтобы сохранить тепло, это нужно быть хорошо одетым. Народ в тундре очень гостеприимный, и когда бы ты ни приехал, откуда бы ты ни приехал, первым делом тебя старается угостить самым главным богатством тундры – оленьим мясом. В 70-е, 20-му, все в порядке. Ну, пока, до связи. В тундре олень – это все. И как бы жизнь в тундре, она крутится вокруг оленя, вокруг оленьего стада. И сам календарь жизни оленевода очень тесно связан с самой биологией оленя. И когда здесь наступает весна, рождаются молодые оленята. Вот летом они мужают, крепнут, а осенью наступает как бы пора сбора урожая. И как раз в это время и проводится знаменитый праздник молодого оленя. Люди радуются, поют песни. Причем в этих песнях рассказывается о том, что было сделано за год, что люди совершили, причем поют песни и об олене, и о человеке, о тех людях, которые лучше сохранили оленепоголовье, о тех женщинах, которые лучше шили лучшую одежду. В этих движениях танцев как бы квинтэссенции тех трудовых движений, которые вот из обыкновенной жизни уже переходит в искусство. Те же и спортивные состязания, и зрители, конечно, здесь такие так же горячо болеют, как и на любом спортивном состязании.
А сейчас мы летим к острову Ратманово. Вот мы пролетаем над самой восточной оконечностью евроазиатского материка, пролетаем над мысом Дежнёва. Сейчас вы увидите вот памятник Семёну Дежнёву. Вообще открытие Семёном Дежнёвым пролива между Чукоткой и Аляской долгое время оставалось неизвестным миру. И вот Витус Беринг и Алексей Чириков как бы завершили эпоху великих географических открытий, сделанных русскими в 17-18 веках на краю Ойкумены. Ну, вы знаете, что Ойкуменой древние греки называли обитаемую землю. Так вот, краем Ойкумены, по их представлениям, были нынешние степи Причерноморья. И прошли столетия, прежде чем этот край переместился на самый конец величайшего на планете евроазиатского материка. Остров Ратманово едва ли не самое примечательное место на всем нашем пути вот по Чукотке. Остров примечателен тем, что это самая восточная точка нашей страны. Именно здесь начинается утро нашей Родины, и день наступает. Наступает он на 10 часов раньше, чем в Москве. Вот этот столб, он тоже интересен, потому что здесь обозначено расстояние. Вот, скажем, до Москвы 6480 километров, а до Аляски всего 4 километра 160 метров отсюда. Остров Ратманово был назван так в честь старшего офицера шлюпа «Надежда», который, как вы знаете, принимал участие в первой русской кругосветной экспедиции, которой руководил Крузенштерн. Но островом Ратманово этот остров был назван значительно позднее, нежели он был открыт. А открыт был он очень давно. В записках Семёна Дежнёва упоминается этот остров, вернее, архипелаг островов. Затем первая камчатская экспедиция, которая проходила в 1728 году, открыла один из островов и назвала этот остров островом Диомида, поскольку это произошло в день святого Диомида. Далее все три острова, входящие в состав этого небольшого архипелага, были подробно описаны геодезистом Гвоздевым. Это случилось во время второй камчатской экспедиции в 1732 году. Ну, в общем, с точки зрения географии, как я уже говорил, это острова Диомида, остров Ратманово, остров Крузенштерна и небольшая скала, которая находится неподалеку вот отсюда. Остров Крузенштерна – это уже территория Соединенных Штатов Америки. Ну вот, что бы вам хотелось сказать, Юрий Сергеевич? Ну, этот остров мне знаком с детства, потому что он стоит как раз на пути миграции моржей. А морж вот для уэйленских охотников – это основной, значит, предмет охоты. Несмотря на суровый вот такой вот вид, эти острова летом полны жизни. Вот если сейчас вот прислушаете, вот на фоне морского прибоя можешь услышать, как кричат кайры, вот звенят эти вот топорки, маленькие птички. И, между прочим, вот я помню в детстве, здесь вот мы охотились на этих птиц с помощью таких больших сачков. Конечно, это очень примечательное место. И это место можно прямо вот сказать словами писателя Бориса Лапина, который вот в 20-х годах здесь путешествовал, написал, что это эти места, где глобус становится реальностью. Это вот стык материков в Азии и Америке, где старый свет встречается с новым светом. Да, и здесь мы ведь уже в западном полушарии, да? Этот остров
находится в западном положении. Кстати, тут вот проходит линия изменений дат вот, на расстоянии 4 километра 160 метров. И в течение там, ну, там получаса вы можете побывать в вчерашнем дне и в завтрашнем дне. Здесь несут свою службу пограничники и работают ученые. Полярная станция на острове Ратманово одна из важнейших для гидрометеонаблюдений. Вот именно в этом районе, в районе восточного сектора Арктики. Потому что здесь, в Беринговом проливе, соединяются два океана, встречаются различные морские течения, меняются направления дрейфа льдов. Вообще места эти во многом еще не исследованы и не изучены. Когда мы летали над Беринговым проливом, то невольно вспоминалось, что 30 тысяч лет тому назад в этих местах шли пути миграции людей из Азии в Америку. Быть может, тогда и не было Берингового пролива, а была так называемая Берингия, мост, соединявший два этих материка. Может быть, так оно и было. Это еще предстоит выяснить ученым. Ну что еще сказать о дорогах Чукотки? Здесь они бывают и очень долгими, они могут растянуться и на неделю, и на месяц. Здесь погода очень изменчивая. Вот утром в бухте Провидения было сегодня солнышко, а сейчас уже идет дождь. Здесь живут представители многих национальностей, многих народов нашей страны. Вот, например, здесь в бухте Провидения очень много живет кавказцев. Ну, в Анадыре вы замечаете, что там много украинцев, хотя там тоже есть кавказцы. Живут и узбеки, и белорусы. И каждый из них как бы сюда приносит свое солнце, солнце своей родины. Поэтому они как бы прибавляют и света, и тепла к скупому северному солнцу. Поэтому здесь тепло. Поэтому здесь тепло дружбы не дает замерзнуть человеку. Здесь тепло дружбы зажигает огни на атомной электростанции Билибина. Здесь тепло дружбы заставляет начинать навигацию раньше времени, сюда приходят ледоколы. Здесь тепло дружбы делает буквально чудеса людьми. То есть люди настоящие, крепкие, и люди очень дружные. Наш рассказ о Чукотке был бы неполным, если бы мы не поговорили о геологах. Можно просто сказать «помнишь» и углубиться в тяжесть воспоминаний, где смешаны реки, холмы, пот, холод и кровь, усталость. Но самое главное чувство – чувство нужной работы. Эти слова относятся к геологам, и написал их геолог, писатель Олег Куваев. Промышленное освоение Чукотки и строительство многих ее городов прежде всего связано с разведкой недр чукотской земли. Это они, геологи, приняли эстафету первых русских мореплавателей и землепроходцев, открывших берега Чукотки. Геологи открывали эту землю с суши. И у этой героической истории есть свои памятные даты. В 1932-34 годах замечательный наш геолог, географ, путешественник и талантливый литератор Сергей Владимирович Обручев, сейчас вы увидите его фотографию, провел исследование Чукотки с борта самолета и нанес на карту местность, прежде почти неизученную. Ему удалось открыть и потом описать обширное Анадырское плато.
Самый тяжелый для страны военный 1941 год геологи обнаруживают на Чукотке запасы олова и золота. Огромное плато на пути к Певеку. Здесь мы увидели останцы. Здесь их называют кикурами. На протяжении всей нашей экспедиции камера, словно чуткий художник, писала на пленку величественные пейзажи этой земли, пейзажи короткого полярного лета. Но за всей этой красотой нам виделись прежде всего люди, те, кто пришли сюда первыми когда-то, те, кто живет здесь сегодня постоянно, привычной, но нелегкой жизнью. Все те, кто обживают и осваивают эти края, рабочие, инженеры, геологи, врачи, летчики полярной авиации, морские охотники и оленеводы. Все, для кого эти суровые берега, жгучие морские ветры, огромные просторы тундры, не просто экзотика. Мы желаем вам всего доброго, до свидания, до следующих встреч.